Основная идея флешмоба – дарить миру красоту и раскрывать женственность в прекрасной половине человечества. Девушки наряжаются в длинные платья и дарят цветы прохожим, вызывая на лицах улыбки. Эта идея, этот флешмоб, он предназначен для того, чтобы женщины вспомнили, что они девушки, что они красивые девушки, что они женственные, что они достойны цветочков, подарочков, и что они могут просто так вот собираться, одеваться красиво и радовать мир своей красотой. Для тех, кто пришел с детьми, особенная программа. Малышей развлекал задорный клоун Митя. Учил создавать игрушки из воздушных шариков и поднимал настроение веселыми фокусами. Раскрыть всю свою женственность и элегантность представительницы прекрасного пола смогли на мастер-классе по французскому танцу фламенко. Он зажигательный и в то же время загадочный. Я думаю, вот это особенность. То есть, в отличие от там, латиноамериканских, допустим, танцев или африканских, например, он зажигательный, но немного по-своему. У каждого танцовщика свой внутренний мир. Организаторы планируют сделать подобные мероприятия регулярными. Уже составляют творческий план до конца лета.